Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Скифию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и смотрите партию не сначала, то рекомендую перейти к первой серии, всегда лучше смотреть по порядку. Ссылка на нее есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. Также напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо вам за поддержку. На этом вступительное слово закончено, приятного вам продолжения. Продолжение просмотра. Типа союз с союзом, но через 10 ходов города с силой 10, 16 и 14 станут твоими очень быстро. Ну так сейчас компьютер уже он 29 и 26. Там компьютер сейчас... Да, так. Компьютер быстро и все. Вот дворец Потала позволяет мне дипломатический курс поставить. Соответственно, мне повезло на варваров этой игре. У меня опять 5 варваров под столицей. Что происходит? Но они... Так, что возьмем? И нападают на тебя. Давайте, наверное, бонус соседства промышленной зоны. Так. Да, через эту гряду так прохода и нету. Отлично, сюда только ставим через Османа. Промышленную зону. Плюс 4 все-таки. Так я же тебе сказал. Так, тут есть. В каких городах я не поставил вот эту фигню? В Покровке не поставил. Ты мне не верил? И верил. В Пазырыке, да? Ну что, ставим. Но решил тут проверить. Город. Так. Тут строители завершено, все еще продолжаю. Ну тут просто нечего мне строить пока. Ну что, тут фермы построим треугольничком. Дворец Потала сделано, разведывательное управление. Как раз прокачаем Лян. Благодаря этому фабрики. Ну, строим фабрики, надо будет... Вообще, надо будет тут еще, конечно, города поставить. Так, вот тут мне как раз рекомендуют... Голландец, ты там устраивал своих уникальных этих зданий? Строю потихоньку. Чтобы тебя подфартило с озерами. Раз, ну они есть, еще три, и темпломайор поставил. Блин, может мне в Пазырыке лучше строить. Слушай, фабрику? Слушай, такой темпломайор, что... 3, 4, 5, 6, да, мне надо в Пазырыке такое строить лучше. Наоборот. Раз, два, три, четыре, а да. Он же на все озера. А не в столице. В надо в Пазырыке построить и в Куль-Обе. Нет, в Империи. Разве? Или даже не в Кулебе, а в Солохе. Ну, да, удовольствие только за соседствующие клетки озера. Хм. Плюс один пищи и плюс один производство за каждую клетку озера в Империи. О. Блин, мне надо что-то с культурой делать. Мне нужны театральные площади. Удовольствие я их нигде только не могу. Дает. Так, давайте тут отменим, значит. Еду и производство во все. Давайте, наверное, монумент. Два хода. Просто сейчас тут до 10 вырастет. Возможно, тут театралку можно будет сделать. А вот этот вот инженер, построите промышленную зону в любом городе. Как вообще он работает, я не понимаю до сих пор. Что, какой инженер? Постройте промышленную зону в любом городе и осуществите культурный захват соседних клеток. Ну там написано... Ну ты же не знаешь, что такое культурный захват? Никогда не играл? Там за Польшу? Нет, именно как вот именно построить его? Типа нужно стать инженером на промышленную зону? Или нет, как? Ты его просто используешь, и теперь все, после этого все промышленные зоны, которые ты будешь строить, будут осуществлять культурный захват. А, нафиг такое мне не знаю. Да, там описание совершенно по делу, но в общем вот Леша правильно рассказал, как она работает. О, ты чудес, инженер. Божественное описание.
Божественное описание, все верно. Так шоткая, как швейцарские часы. Покупать, например, поселенцев? Ну, не настолько, предположим, но... В Солохе том же. На уровне, на уровне. Так, тут торговцы завершили. О, хоть Миров начинает расти потихоньку. Медресе. А надо ли мне Медресе? Торговые пути проложены к этому городу другими державами. Внутренние торговые пути дополнительно на веру. Ну, в принципе, ничего такое чудо. Даже я бы сказал. Давайте. Хорошим предложение. Да, это можно поменять. Успеваю походить. Опять. Что-то таймер не рассчитан на империю больше, чем там 6-7 городов. Нет, это просто таймер стоит. Тут мод на таймер более быстрый для сетевой игры. Чтобы не задумывались особо. Ну, это даже не то, что просто раскликывать их рабочих там и так далее, раскликал постройки и, собственно, уже таймер. Ну, по идее, если ты делаешь это не задумываясь, как бы, знаешь, так быстро-быстро-быстро, то это нормально проходит. Ну да, если на автоматизме, то согласен. Это, конечно, до него далековато. Ну, так, пытаться. А где у нас там союз второго уровня с арабом? О, следующим ходом как раз. Сейчас буду больше очков великих людей получать. Он ко мне вообще караваны пускает? Один всего лишь караван. Чё-то ты, араб, ко мне только один караван пускаешь? Мне как-то вообще коммерции мало. Вот сейчас строю еще один. Шпион из Римской империи был пойман при попытке похитить ускорение. Ну что поделать? Неудачник? Казни его. Да, так и сделаю. Так, давайте подумаем с чудесами. Ты берет их на работу. Какие варианты у нас? А Рурку уже кто-то построил, да? Ну, Сан-Каре ускорять мне неохота, честно говоря. Чеченица мне тут нигде не нужна. Альгамбра. Что там? Биг Бен. Биг Бен бы. Поднакопить чё, чё, денег. Кто это сделал? Арабская империя объявила военную город государства Бандар-Брюней. Короче, линию Бандар-Брюней захватывает. Он просто... Он в середине моих городов просто находится. Ну, да, да, я вижу. Вообще неудобно. Ну, так-то я бы вас... Так бы ты нас там бы... Ух, да. Так бы я бы... Ну, картельный сговор. Блин, серебро пойти обработать. Давайте тут холм обработаем, потом серебро. Так, ну, это... Ну да, конечно. К Солохе относятся. Работают. Челиньо, как тебе извержение вулкана? Какого? Между нами. Монтань Пеле? Сивани. Хасан Даги. А, Хасан Дага? А, нормально. Так, сейчас тут строится... Так, я начну поселенца, покрылся. Но я его отменю, когда 10 жителей будет, построю район. Так, здесь я хочу купить фабрику. А какой я тут район буду строить? Видимо, театральный надо. А говорят, от каждого, да, коммерция бонус получает? Если там пачка их, то... Да. Чего?
наоборот, точнее, не гавани, а центры коммерции. А центр коммерции от разных гаваней получает... От... Ну, Ага. Эвана как? Окей. Так, что у нас тут по науке? Рим уже где-то вот здесь у нас, значит. Неужели в химии? Давайте какой-нибудь... Ну, пока вроде не построено. Тоже хорошие кампусы. Так там Грузия с Римом граничит уже, да? Там мы с самого старта дружим. В общем, да. Там не уже, там еще или... Жалко, я города Голландии не вижу. Что еще? Да, давайте, наверное, к Карабу посмотрим. У него должно быть много денег, на самом деле, тырить. Нет, 70, 78, все, 42. Ну, блин, вообще немного. У Китая 138. Восемьдесят семь, 36. Ван Ци там у меня уже сидит. Ну, давайте тогда в Китай пока. Надо прокачать. Так, тут прокачиваем лян на аквакультуру. Больше бессмысленных автоматов поставлю. Еще не, сейчас флотоводцы хорошие. Я тут поставлю пока. Ну да, курган, я уже тут броненосцами сейчас тут все захочу. Так, мне покупаем в основном фабрику. Достаются те главные бонусы, которых именно бонусный урон и кораблям, а на корабле электростанцию строим. Не повоевать. Здесь. Потому что все эти моря. Завершён библиотека. Не соединены. Да, да. Пройдемся по городам опять. А, так, покровка выросла. Давайте посмотрим, куда я театралочку могу. Какую-нибудь хорошую вообще бахнуть. Никуда вообще, только плюс один. Хорошо, а если мы вот эту дадим? То, наверное, там плюс один всего лишь будет, да? Ну, давайте ставить туда. Все равно. Мне нужна театральная площадь. У меня культура вообще, ну... Ну, ладно с научными, а культурные города-государства есть? Нет, вот таких вообще... Даже не слышал. Культурные я тоже, кстати, ни одной не встречал. Похоже на миф. Тем не менее, так у всех прилично культура. Вот там, если у араба, у Рима... 119, 115, хорошая. У меня хорошая музыка, типа. Я хотел на пищу взять, потому что у меня с пищей проблемы тут дикие, но... Кстати, у меня тоже проблемы на пищу. Я буду сейчас фермы. У меня вот только один город, больше 10 жителей. А что, кстати, жилья так не хватает? Я так быстро его вырос. Тут как раз производства не хватает, скорее, чем жилья. Блин, тут еще и маяк надо построить. А нафига я тут коммерческий район строю без маяка? Вот это я дебил, да. Кстати, уже можно рифы не обрабатывать здесь. Правильно ли, кстати, мое ощущение, что в итоге клетки побережья разгоняются мощнее, чем клетки суши? Ну, это сложный вопрос. Ну, как минимум, уже ставить на море так же прикольно, как и на суше. То есть... Да-да-да. Ну, я не сказал бы, что клетки побережья прям... Вот если ты Окленд еще найдешь, там, вот знаешь, такого типа, то вполне. Он жесткий, помню. Кстати... А он тут есть? Не знаю.
Я не находил. Так, давайте маяк. Ну реально, центр коммерции строю зачем-то просто бессмысленно. Так, никуда пока не отправляем. Можно было бы, конечно, в Лиссабон. Ага, просвещение. Вообще, давайте, может, в Лиссабон. Первый посол. Вот это можно убрать. Поставлю рационализм, давайте. Ну-ка, сколько будет науки? 217, приятно. Так. Даже 218 пишет. Акведук? Нет, я не хочу здесь акведук. Театралка вот. Скоро я здесь поставлю театралочку. Все-таки. Два хода, да? Ну, значит, еще одного строителя. Фабрика готова. Угольную тоже. А, хотя тут можно тоже театралку сделать. Да, игра, я не знаю, как она будет потом развиваться. Просто все же одинаковые примерно идут. А кто-то хоть с кем-то начал воевать или задумывается об этом? Я задумываюсь. Я задумываюсь воевать со всеми, но все так далеко. Ты же понимаешь, я скиф. И я бы с удовольствием с кем-нибудь повоевал. Но я настолько далеко от всех. Ну, я вот бы меня... вот, может быть, с голландцем повоевал, но тогда голландец заберет не только Китай, но а и еще тебя? И меня. На этой карте хорошо можно... Аэродромы, которые стоят в мою сторону. Мне не хочется с ним воевать, вот совсем. И на кампуса плюс 14 я смотрю, и как бы... Аэродром уже стоит. Просто кампус плюс 14. В авиацию вышел. Это я один в химию иду. Ну, я не знаю, мне нету смысл. Предложение, пожалуйста. Если в самолеты. Тут хрен кто возьмет, что. Да, когда жмешь Ампери, он не показывает, да, самое удвоение. Карточки нет, только базовое соседство. Как посмотреть? А, надо навести мышки, понятно. У меня еще и производственная площадь есть, плюс 16. Соседство, типа? Прикольно. Ну да. Да, я там вижу плюс 12. Плюс 16. Это. Ну да. Ну то есть плюс 8 за соседство. Не знаю, там, наверное, 2 или акведука карты рядом. Или 3. Ну, а, я, стратегический ресурс. Ну там же ставишь площадь, дамбу, акведук и все. Еще дамбу, да. А, еще мачу-пикчу, да. И еще отрек, да, точно. Вы забываете, что у голландца отрек плюс 2 всем районам. Поехали. О, типа, проголосовало, что за плюс 10 боевой мощи моей религии. Ну, это еще в прошлый раз было. Как-то долго спал. Мы через 3 хода уже менять будем. Так, этих мы не трогаем. Ну, это компьютер к нам. Все. Пытается пристроиться в дружочке. Так, фабрика завершена. Угольную электростанцию строим. У нас переход хода или что это? Нет. Мы еще трое ходят. Мы ходим. Если у тебя ход закончен, то нажми на кнопку окончания хода, и оно продолжится. Леша хотел сказать, отожми ход. Да, отожми. Вот почему-то не дает отжать. Нет, если ты, у тебя было все нормально, но ты закончил, то ты уже не отожмешь. Подожди. А если он только на первом ходу, да, не может делать, на первом ходу не даст отжать. Я понял. Блин, тут театралку. Я купил. Нет, вроде. Мне показало купил. Отчет в конгрессе. Сейчас я вижу, что только Алексей не закончил ход.
Так, где этот акведук можно поставить? Ну так ли это? Блин, я не хочу здесь. На самом деле. Ну, давайте да, театралку интересно. Делать. Если я вот эту клетку все-таки передам Костромской. Не будет никакого плюса. Ладно, ставлю тут театральную. Театральные нужны. Театральные важны. Сейчас мы еще ждем. Я еще хожу. Меркантилизм открою. Так, тут что-нибудь буду менять. Кампус. Нет, тут все. А, первый посол. Так. Плюс два влияния. Все. Православие черепахи. Поехали. Блин, еще. Железо. Так, этот на серебро идет. Наверное, пока не буду покупать клетку. Надо лучше, ну, на еду купить вот этот бананы. Здесь мы гавань, коммерческий район построим. Так, а этот у меня парень куда идет? Угу, да, все правильно. Здесь я хочу город ставить. Ну и придется, видимо, эти степи все-таки заселять в итоге. Никуда не деться от этого. Название славного города Утрехт. Все, можно ходить? Ну да, если у тебя есть возможность. Да, давно уже можно ходить, если мог. Может тут маяк купить? Ладно, 6 ходов как-нибудь построится уже. Так, майкопия. Растет вроде город. Так. В позырыке театралочку. Или угольную станцию сначала. Давайте угольную станцию. Потом, кстати, можно где-нибудь тут Тадж-Махал. Вот здесь. Тогда театралку. Где-нибудь тут. А тут у нас будем... Блин. Опять я случайно купил клетку. Ну что за... Ладно, угольная электростанция пока. В Костромской театралку. Порядок поменялся. Порядок. Знаете, где-нибудь тут. Отображение соперника. Тут я хочу наверху. Шахту еще оставить. Так, здесь деньги. Дальше меркантилизм. Ну и все, пожалуй. Сделку. Так, это все компьютер тут ко мне лезет. Все, закончил ход. Еще кто-то. Не. Не хочу я тут покупать клетку, тем более, что у меня денег сейчас не будет еще. Все. Ход закончен. Так, я так понимаю, что все закончили ход. Надеюсь, переходовка будет быстрой. Да. Нидерланды расширяются за счет Утрехта. Так что все, Утрехт уже никуда не денется. Но наконец. Так, давайте тогда тут вот. Так, Аравия, твой скаут рядом с моим городом Орлецей. Он там очень мешает. Двинь его куда-нибудь, пожалуйста. В Аравию. Куда тут покруче? 238. 238, 1-2. Ну, в Каир, конечно. Да. Забавно. Шахту. Все же уже все пошли, правильно? Давайте в джиду. Не, мне остался еще один игрок. Не знаю, где он, но мне лень бежит. А кого ты еще не встретил? Авис.
Нет, там бы я не хочу здесь строить. Канализация тоже нафиг не нужна. Ну, 8 ходов растет, я лучше на производство включу. Так. Давайте, наверное, банк. Потому что там где-то 2 банка надо для ускорения. Или уже не надо? Уже, походу, открыто. Тогда нет, тогда давайте... кстати, Орсакхас. Орсакхас неплохая штука. Плюс 100% мирового влияния. О, Вавилон. 3 повышения. Все ваши города с губернатором. Тоже неплохо. Блин, он там. Тадж-Махал. Вот здесь вот Тадж-Махал поставить, тогда вот тут будет офигительная театральная площадь в итоге. Поэтому давайте Тадж-Махал. Ой, какая грусть там обладать броней. А что происходит, когда берут город, в котором твои послы? Они совсем того или... Да. Да. Совсем. Даже после перезахвата? Там кто-то, кстати, Вавилон нет, нашел. Мне бы Вавилон. Захватишь и освободишь. Тоже это найти тогда. Так, а где мой тут скаут был? На автомате плавает, вон он. Так, и тут на автомате у меня... Вот этого надо, наверное... Уже не на автомате, а использовать руками. Так, пересадил Амани, во-первых. Пересадил этого Виктора. Ну, кстати, он Виктора пересадил в Костромскую, ладно. Оставим, пускай он там сидит. А вот Амани, смысл в Бандар-Брюнесе, его берет араб. Никакого нету. В Кахокию тоже нету. Ну что, в Поленке возвращать, блин, придется. Или может в город к свой посадить. Там одного посла мне в Поленке. Пока 5 ходов он будет туда-сюда бегать, пускай лучше она в город какой-нибудь мой сядет. Так, в Покровке, мне кажется, не нужен. Хотя тут жилье уменьшает. Ну, давайте в Покровку. Так. Ну, я там какие-то еще договора вам посылал, да? Я смотрю, отказался. Ты у меня хотел реликвию купить за право прохода. Ты не согласился? Как ты мог? Так, давайте вот здесь мы поменяем, во-первых, клеточку. Так, и строим тут театралку. Видите, плюс 4, а с Тадж-Махалом это будет даже плюс 6. И, наверное, я... Наверное, я использую этого... Какая же верфь крутая, а? О, генерал. Откуда у меня генерал? Так, слушайте, у меня откуда-то генерал появился. У меня вопрос, не купил ли это комп за что-то. Блин. У меня каким-то образом комп получил великого генерала. Но я вроде не тратил, деньги вроде не потрачены особо. А вера? А? Не, и вера. А у меня веры мало. Ну, в смысле, вот у меня сейчас 507, я капает вход 30 веры. Ну, я не мог накопить столько веры, чтобы купить генерала, когда у меня нету ни одного военного лагеря. Так. Блин, треугольную торговлю поставил. Тоже фигня.
тебя ни одного ну. Да. Да, да. Блин, вот это он хреново мне тут сменил все. Давайте монархию откроем. Ты уверен, что это генерал, а не адмирал? Уверен. Может, это глюки отображения? Ну, давайте просто по гениализму открывать. А у всех висит ожидание игрока? Да, да, я хожу еще. А, хорошо. Из самых странных лагов это вчера было, когда взял пантеон на бесплатного поселенца, а он у меня взял 3 раза и дал мне 3 поселенцев и загнал веру в минус 24. Блин, апнул мне, блин, юниты. А это получается вообще как работает? Вот типа уже таймер закончился, Алексей. У меня нету таймера. Я загрузился в игру, у меня нету таймера. В общем, так. Голосование. О, давай вы такие великих людей. Я за инженеров. Ну, я тоже тогда за инженеров. Что там по шпионам? Будем улучшать операции или наоборот отменять? Я улучшаю, который деньги тырит. Где он тут? Похитить деньги средства. Тырит. Ну, а может всем отстающим улучшать ускорение? Ну так они прокачивают на тырении денег и потом ускорение, по-моему, логично. Ну тут не знаю. Ну мне тут мушкетеры, пока я ходил, блин, приблизились к моим. Тут просто был лучник, мне они его убили. Хорошо, что у меня за генерал так дает? Нафиг надо, наверное. Давайте ускорим тут Тадж-Махал. А что тут в кулебе? Так грустно все. Что, прям еды вообще нету? Ну вот уже. Так, здесь театралочка завершилась. Университет. Либо давайте в амфитеатр, потому что у меня пока, так как комп мне пересадил Амани, у меня нет влияния на университеты нормального. Так, я сажусь следующим ходом. Так, тут я хочу уже руками управлять. Мне надо где-то Вавилон найти. Так, я еще раз напоминаю предложение продать инфу, где Вавилон. Нет. Ну, ответил, не дает. Я, честно говоря, даже сам не знаю, где. А, все, увидел. Он просто у меня нашелся, и все. Но если у тебя 216 науки без Вавилона, то... Что такое учредить посольство? Ой, забей, это не про ПВП. Это повысить уровень дипломатической видимости и улучшить отношения с компьютерным игроком. Понятно. Мне просто это Лёша предложил. Химию открыл. Ну вот, можно и лабы начинать, или покупать их просто. Повышение уровня дипломатической видимости — это плюс 3 боевой мощи, если ты... превосходишь. Так, куда у нас бегает? А это вот это... Каир бегает в Джиду. Работает, но... В Каир 1, в Джиду 1. Оно работает, поэтому люди не принимают, никогда не принимают эту хрень. Оно только в одну сторону или в обе? Ну, нет, у кого больше уровень дипломатической видимости, тот и получает. Ага. А как он считается, этот уровень дипломатической видимости? А кто знает? Понятно. Хотя вот он написан, уровень доступа, вот это об этом речь, я так понимаю. И за шпионов. Там можно шпионами переиллюстрировать почту. Так, угольная шахта. Работаешь у меня с электричеством вообще. Нет. Вроде где
Можно. Проще электричества хватает, но у меня угля не, дофига. Не, ну с такими переходами нет, мы нормально туда переходы не проиграем. Юня, ты попали. А, да, у меня там, по-моему, тоже Apple юниты. Так. Ну, я просто могу сказать, что у меня других сейвов не будет, у меня только этот сейв есть. Потому что я уже играл в другой, там автосейвы переписываются. Если у кого-то есть автосейвы этой игры, можем попробовать раньше загрузить. Не, у меня тоже нет автосейвов. Так. Проблема в том, что мы на 2 дня делали перерыв. Что-то ЗЗшку вынес. И сейчас бы вспомнить. Так, каменолом мне надо мрамор восстанавливать здесь. Надо бы апнуть. Но я на что-то деньги копил, явно же. Так, тут я сделал посело, чтобы где-то вот тут поставить город. Давайте, наверное, вот сюда поведем. А, туда я уже веду, подождите. Подождите. Туда меня уже идет поселенец. Почему он сюда идет? Я, наверное, сюда его поведу. Так, хорошо, а тогда этого куда я хотел? Может, тут где-то между... Ну, тут какая-то... Ну, хотя все равно... Пустыня. Здесь ставить город. Нет, тут хорошее место, тут никто не поставит. На этих клетках. Не знаю, может сюда поставить действительно. Как бы против Рима. Не, ну тут какие-то грустные. Тут грустные места. Блин, вспомнить бы, куда я хотел этого реально поселенца ставить. Что здесь? В тундру? Тут, в принципе, какое-то производство есть, ресурсы есть. Наверное, все-таки сюда надо поставить. Куда-то вот вниз прямо. Тут неплохие районы должны быть даже. Так, ну надо апать арбалет, мне кажется, все-таки. Без карточки жалко. Строительство оборонительных зданий. А зачем я поставил строительство оборонительных зданий? Плюс 100%. Я хотел тут... Чем, у меня же да не игрока. Ну, я еще хожу, извините. Пришел Тадж-Махал ускорять, который уже один ход остался. Тогда подождем. Что, пирамиды? Сколько тут ходов до конца? 28. И я в темном веке, да? В темном. То есть мне надо... Давайте поставим вот эту первую нашу курган Кахоки. А, подождите, это курган Кахоки. Блин, а где наши курганы? Вот это надо построить. Так, плюс 3 к эпохе. И сделать нашего лучника сабинофитеатр построен. Амфитеатр. Театральная площадь, лаба. Ух ты, плюс 3. Ну, надо ставить плюс 3. К сожалению, промышленность уходит. Так, а юнит этот Саки. Нефть требуется. А нефть я не открыл еще, да? Надо в авиацию выйти. Нафига у меня стоит карточка на строительство защитных зданий? Кто-нибудь может мне... сказать. Бандар Брюней захватил. А, это араб захватил Бандар Брюней, да.
Тут все обработано. Что, кстати, мой этот круг камней какую-то фигню дает, по-моему. Кстати, вера у меня так нехило капает. Может, мне какую-нибудь религию все-таки основать? Куда мне ее девать-то? Вавилон мы ищем. Вот это я помню, что я... Блин, надо вниз тогда, получается, бежать. И что тут, курган Кахокии поставим? А он тут стоит у нас. Вообще жилье дает постоянно. Так, быстро по городам пройдемся. Что-то все отменено. У меня везде, кстати, проверьте, у меня везде в городах почему-то сбросилось фокус на что-либо. А уже не отжать. А, ну да. Да не, у меня вот в одном городе на еду как было, так и стоит. А что тут такое? Это я тут вырубил лес. Так, значит, и Амани в Покровку. Оно не то, что сбросилось, в некоторых местах поменялось. А Виктор в Костромскую. Ага. Анна, что у нас? Наука. Тут араб немножко ломанул. Ну, что, переживем мы ход. Я все-таки... Нет? Все, все, я закончил уже. Я все-таки не понял, почему у меня тут стоит плюс 100% при строительстве оборонительных зданий. Зачем вообще я его поставил? Где-то хотел стены строить. Так немного уже бессмысленно, потому что скоро сталеварение можно будет открыть. Сыва, вроде, да. А, все походили, получается? Да, вот. Переход хода закончился как раз. Все ответили ему. Так. Тадж-Махал. То есть я буду больше очков эпохи получать. Что у меня с чудесами? Какие чудеса я могу вообще построить? Арсакхас. Честно говоря, не особо хочу. Чеченица у меня, по-моему, нигде нету. Вот чеченицу бы в этом городе, кстати, который... Хотя тут тропических лесов раз... Сколько их тут будет? Ну, какое-то количество будет. Может, здесь попробовать просто сразу чеченицу строить. Где-нибудь еще у меня есть города с тропическими лесами? Вроде нету. Какие еще чудеса? Биг Бен. Ну, денег не особо много. Терракотовая армия. Дополнительный уровень. Военного лагеря у меня нету. Альгамбра. Одна ячейка военного курса. Почему нет? А, опять же, военного лагеря нету. Ну вот на чеченицу давайте попробуем тогда оставить этого парня. Сюда просто перебрось. А, вот я еще что-то строю. Медресе Санкаре. Три хода осталось. Тоже пока он дойдет. Так. Виктор в Костромской. На рост. Тадж-Махал я завершил. Тут не хватает. Так, меняем карточку военную на содержание юнитов, наверное. Минус 21 идет. Или скидка на улучшение. Что я хочу еще улучшить? Я, по-моему, тут все арбалеты уже улучшил. Да. Давайте содержание юнитов.
Нифига, естественная история, наверное. Интересно. Блин, первый посол не поменял. Так, мне надо следующим ходом как-то собраться и быстро походить. Видите, я даже варваров не проатаковал никак. Тут надо мрамор обработать. Лабы надо строить. Сначала хочу культуру поднять все-таки. Блин, тут юнитами вот, надо. Мне Вавилон надо найти. Так, ну, вроде наконец-то оно заработало. Какая же это. Как бы это формулировать? Поломанная вещь. Вот. Твой планшет имеешь в виду? Нет, Дискорд имею в виду. У кого-нибудь еще были проблемы с Дискордом? Когда-нибудь? Конечно. С Дискордом примерно 10 новых багов каждый день. У меня вообще не бывает, не знаю. Не было ни единого бага. Ну, слушайте, я просто его как бы... Делал, да? Я его пользую в хвост и в гриву довольно много каждый день, поэтому. Так, 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 походили. Амфитеатр. Ну тут фабрика уже действует. А, я где-то, по-моему, хотел фабрику купить. Не, здесь вот построено и угольная, и здесь, в этом месте, да, угольная. По-моему, где-то здесь я еще хочу. Тут явно кого-то не добивает. Да, вот здесь, наверное, фабрику хочу построить. Как там? Что-то купить, было, ты опять обидишься. Купить, так. Авис. Классовую борьбу ускорили. Здесь, значит, художественный музей, наверное. А как ты дружбу принял? Ну там было... Ты мне еще кидал ходов 10 назад. Ходов 10 назад. Это, кстати, хороший трюк, типа, тебе кидают дружбу, потом чувак собирается на тебя нападать, это типа... Это было не 10 ходов назад, это было после третьего перезапуска. А, ну может быть, да, кстати. Я тебе только говорю, что прими дружбу, у нас кто-то вылетает, что-то не запускается, ход не проходит. Ну да, есть археологически, наверное. Так, кто мы тут? Ученый. Так себе ученый. В Поленке. Вот, немножко должно вернуться. Блин, опять я не успел. Блин, что так быстро-то? Ё-моё. Я кинул. Союз. Что-то очень быстро. Так, надо еще рабочих покупать. Не, ну в героический я должен выйти. 26 ходов. Ну, Челин, побыстрее будет, правда, делать, скорее ничего. Всего. Но в героический мы должны выйти. Тоже в прошлой жизни, да? Не, уже. Все, что-то в прошлой жизни я уже забыл. Чингала. Китай постоянно какие-то предложения бросает. Так, ну чё, кто народ, у нас тут в лидерах? Поставьте, пожалуйста, на паузу на 30 секунд. Очень прошу. Поставил. Спасибо. О, Медресе Санкаре. У меня один путь оставался. Следующий, наверное, араб построил. Нет, Рим. Эй, ну хорош, ну слышишь. Что хорош? Где я лидер? В чем, типа? Ну, по науке ты лидер. Не, ну тут по-хорошему как бы ровненько. Вот это, я бы сказал... Просто, например, Алексей, типа, ну он всю игру... Там у него было в два раза больше науки, чем у меня. Просто сейчас я догнал, поэтому... Ну, сейчас ты раскочегаришься и вперед. Ну, я бы сказал, что в лидерах... 36 технологий исследовано, а у Лёши 42. У голландца я не могу посмотреть. 45. Так там 4 человека уже. Все, я вернулся. Можно включать. Спасибо. Тут
Тут проблема в том, что мы так все очень широко расположены, и... И что, кто-то просто улетит? Не получится, ну, ядерками если будем забрасывать только. Так. Авиацию открыл, это для самолета. Давайте я, наверное, переработку открою. Потом сталеварение. Радио бы, конечно. А есть мне где национальный парк-то построить? В моих границах. Может, вот тут можно будет национальный парк? То есть, стоит ли мне... Давайте, наверное, купим. О, я могу за веру... Ты я что, валету, что ли? За сою... Фига себе. Может, кстати, оставить на покупку... Веру тогда оставить на покупку плотин? Самое то будет. Так, универ. Давайте тут мрамор попробуем обработать. Здесь надо треугольничек из ферм, даже четырехугольничек. Этот ждем, пока поселенец поставит город. Так, откуда у меня не бегает караван? Из Ульска, из Иссыка бегает? Бегает. Блин, надо... Давайте подождем. Города поставлю, я из них тогда караваны отправлю. Ай, рабочий, рабочий. Так, строим. Кампус, канализация. Ну, канализация вообще... На радость. С одной стороны, можно для ускорения демократии, а с другой... Так, есть возможность Русакхас построить и Каса де Контрасьон. Блин, давайте банк. А то меня спрашивали, что я банки не строю. Блин, господи! Сколько же стало мало времени от этого таймера, я просто раскрыть производство даже не успеваю. Он что-то короче стал, что ли, чем в прошлый раз? Да нет, вроде. Нет. Пользуй очередь. Просто мы не можем сообразить, что происходит. Мы много времени тратим. Лично я за себя говорю. Много времени трачу, чтобы вспомнить, что я хотел сделать. И из-за этого... У меня просто археологи всякие забегали. И там вот это раскликать. Выкопать, выбрать какой этой самой цивилизации артефакт. Потом производство тоже в городах увеличилось, там каждый ход что-то новое открылось, что-то новое надо построить, там в городах в пяти. Так, Цин Шухуанди, до свидания. Челинью мое предложение учредить посольство. Я тебе вот такого точно не посылал. Это явно комп... Да, я тоже такой. Это явно комп бросил. Когда я вылетал. Зато теперь будет посольство у меня. Так это я у тебя учредил, или ты у меня? Так, так, надо производство сначала везде поставить, а то я это очень много трачу. А тут что с театральной площадью? Там плюс 2. Ну, давайте вместо этой. Хотя тут еды столько она дает. Не, ну надо тут. Тут у меня ромашка все-таки. Надо тут ставить. И надо эту башню тогда здесь. Эту башню Кахоки. А нефть на море, получается, обрабатывается позже или раньше? Я так не понял. Буровая вышка. Позже. Так, производство надо сначала везде. Лабы. Тут
Строитель завершен. Гавань давайте. Серебро обработаем. Так, тут я все еще жду, когда город тот поставится. Так, здесь я каких-то бессмысленно рабочих привел. Опа, 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 опа. Так. А этот? Почему у меня два в Мекке? Я не понимаю, это компьютер отправил? Ну, хоть производство повыбирал. Так, надо естественную историю отменить. И что-то на один ход поставить, открыться. Ну, естественную историю я и так ускорю. Морскую традицию мне не надо. Оперу и балет, национализм. Семь разных спецрайонов у меня до сих пор не построено. А сколько у меня построено? Коммерческий, научный, правительственный, культурный, гавань. Засек юнит варварских дуболомов. Однако. О, я открыл все-таки. То есть я археологически построил. Так. Значит, здесь. Когда не будем. Сейчас, подождите, куда там один будет? Нет, пока уберем первого посла. Нет, да. Я говорю, что именно дуболомы не выиграли. У меня с чего. Плюс 2 к влиянию. Нужно ли мне это золото? Вот это да, лишнее, это, по-моему, у меня стоит. А что у меня в темном веке? Изоляционизм? Нафиг надо. Плюс 100% боевого опыта. Морские рейдеры тоже, как ни странно, мне не надо. От каждой биржи все, это нифига не работает у меня в темном веке. Культуру и науку от международных путей. Давайте. Какие у нас бонусы на районы есть? Создание поселенцев, центр коммерции, нет. Так, делаем. Дальше. Ну, пошли в урбанизацию пока, через национализм. Я не буду сейчас войну никому объявлять, имея формальный повод. Правительственная площадь, Эрмитаж, Арсакхас. Ну это слишком крутые клетки, мне жалко тут ставить. Блин. Автобус со скифами. Автобус? Да. С кем там у меня союз закончился, можете продлить? Да ты достал. Так, а кто мне Кахокию пересюзеренил? Блин. Ну, мне бы надо вернуть, на самом деле. А китаец компьютер, да? Да. Это комично. Блин, я не знаю. Ну давайте канализацию все-таки построим. Канализация, почему? Лаба. Демократию, чтобы ускорить. Тут лаба, ну, завершена. Театрал. Мне прислал торговую сделку. Купить у меня 10 коней. Я еще так завис, кому нужны кони сейчас, что происходит. Потом понял, что кони нужны компу. Блин, мне надо все-таки колбасу крутят на автомат ставить, а то я так Вавилон никогда да не нет, найду. Он, наверное, будет нападать на кого-то. На конях. Нет, нет, нет. Он обязательно там где-нибудь нашел монголов и откупается от них коней. Я могу попросить паузу на 2 минуты? Очень хорошо. Но, вы, кстати, если вы не в курсе, то компьютер в сетевой игре сам напасть не может. Они не объявляют войну. Да? То есть... Да. То есть, если вам компьютер объявил войну в сетевой игре, это значит, его кто-то через дипломатию подкупил. Mm-hmm.
Даже если поставить божественного компа? Вообще, да. То есть у меня вот сейчас проблема. Я хотел сыграть, ну, на божестве записать игру с таймером. Оказывается, когда играешь с компами, таймер невозможно поставить. Это такой бред. А создать сетевую игру и просто всех выкинуть там, вместо в сетевой игре поставить компов, тоже не дело, потому что они не будут объявлять войну тебе никогда. То есть ты будешь играть на божестве, но он тебе объявлять войну не будет. Так, ставлю эти юниты на авторазведку, потому что я просто не успеваю и трачу кучу времени, хотя мог бы уже открыть какие-нибудь города. Так, тут я обработал. Можно, наверное. Так, семеро поставили. О, ставлю город. Так, и сюда. Блин, эти Seven Brothers, я так прикалываю их название. Да? Блин. Перебрасываю сюда. А блин, не, один заряд остался. На полном серьезе ждал, пока это. Ну ладно. Просыпаемся, просыпаемся. Да. Я тут буду тогда очень долго чеченицу строить. В каком социальном институте или где карточка на больше угля с месторождения? Ой, она у меня уже открыта, честно говоря. Поэтому не знаю, в каком стране. Называется она «Строевой устав». Попробуй. Да, я у себя тоже нашел. Мне почему-то казалось, что у меня не было. Ошибся. Надо поторговать какими-нибудь ресурсами, я думаю. Блин, что тут обрабатывать нечего. Здесь сделаем шахту. Так, уголь добывается. В этот город перебросить рабочих. Так, что у нас тут с варварами? Добили. Где город ставим? Тут. Кажется, тут уже строителя бессмысленно строить, честно говоря. Их надо покупать за деньги аудилян. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!